Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по сайту такому. Мы здесь, друзья, собирали раньше криптомонету Tron и выводили ее на Faucet Hub. Что-то пошло не так, значит. Теперь мы здесь будем собирать криптомонету STEM. Значит, кто здесь, регистрация также осталась. Тот, кто зарегистрирован, повторную регистрацию делать не надо. Мы как бы заходим на этот сайт. Все то же самое, только за место трона мы здесь собираем криптомонетку STEM. Значит, эта монетка есть на CoinMarketCap, друзья. Значит, от STEM. Цена ее 13 центов USD. И этот сайт работает с биржей Binance. Когда будете логиниться, заходить на сайт, слева будет как бы все расписано. Переведете на русский язык и посмотрите. Значит, нажимаем Market. Как бы она, конечно, на многих биржах есть. Это вот, ух ты, сколько. Но именно этот сайт работает с Binance. Мы не можем поставить, например, вот эту биржу, зайти. Она вот как бы вот с тем, с BTC она торгуется. Так, что еще? С монеты NBM. Это монета Binance. Так, ну и все вроде. С биток и монета Binance. Ну и то нормально. А, Ethereum, смотрите еще. Вот. Значит, где взять адрес? Так, я копирую вот это название STEM. Перехожу на биржу Binance. Вот сюда, в поисковик, я ввожу эту монетку, название. Вот. Вот монетка появилась. Да, мы нажимаем на депозит. Нас перебрасывает. Сейчас загрузится страничка. И вот здесь у нас такая появляется как бы страничка. Значит, сюда ставим мы галочку и нажимаем на красную вкладочку. И наш адрес. Адрес депозита. Вот такой вот коротенький адрес у нас. Значит, мы копируем этот адрес. Переходим на сайт. Идем вот сюда, нажимаем в сеттинг. Так, это мы удаляем. Это надо будет удалить. Видите, здесь трон стоит. И вставляем адрес этой монетки. И нажимаем на синюю вкладочку. Все. Зелененьким загорелось. Мы поменяли адрес. Трон убрали. Поставили адрес этой монетки. И также все минимальный вывод отсюда. Вот сюда нажимаем. Наверное, кто уже здесь работает, выводили монетку. Нам дали, кстати, вот этот сайт. Мы собирали криптомонету Трон. Они сняли лимит на вывод. И дали вывести все, что заработано. Был лимит на вывод, сколько, не помню, 0.5 монет, по-моему. Был снят лимит. И как бы дали все вывести. И вывод почти что мгновенно, в районе там нескольких минут, я все монетки Tron вывела на Faucet Hub. Вот здесь, когда будет минимальный вывод 0.10 монеток, вот она. Так, 0.10. Минимум.
Ну и здесь будем как бы нажимать и выводить. Вот. А это уже как бы... Это я трон выводила. И здесь как будто это все отображается. Это вот, вот мой баланс настоящий. Значит, ну и собираем мы как? Здесь кран. Faucet. Все так же по сбору. Ничего здесь не изменилось, друзья. Разгадываем капчу. Только монетка поменялась. И не забудьте, пожалуйста, поменять адрес. Биржа, в принципе, она неплохая. Вот. Подтвердить. И минималка на бирже, друзья, она не завышена. Так. Ничего не собрал. Долго на сайте я нахожусь. Он как бы выбивает из кабинета. Ну и плюс еще и реклама. Опять разгадываем капчу. Сейчас капчу разгадаю. Подтверждаю. Нажимаем далее на синюю вкладочку. И опять на синюю вкладочку. И все. Вот. Такое количество мне монет дали. И упало сразу на как бы основной баланс. Ну и ПТС. Здесь еще одну. Все так же. Вот визит. Нажимаем, нас перебрасывает. Как я сказала, вот, мне вот нравится. Я вчера посидела там на бирже, посмотрела информацию, читала. Она не как бы давно. Ну, как бы только вывожу на биржу монетки. И посмотрела лимит на вывод. Здесь как бы... Вэри. И все, нам зачет. Капчи нет никакой. И все. Вот такого количества опять. Вот видите, уже 3 монеты. 0.203. Так, вернусь на биржу. Значит, нажимаю на баланс. Так. И вот STEM. Так, сейчас я опять скопирую адрес. Вы знаете, а чего я его копирую? BTC я хочу. Если на BTC биткоин, BTC биткоин. Смотрите. Так, вывод. Нажму сейчас. У меня, правда, нет биткоина. Но, тем не менее... Минимальная сумма для вывода 0.201. Вот. И что? Ну, это небольшая. И минимальная сумма снятия наличных. Тоже вот такая сумма 0.1. Можно через обменники как бы наши монеты выводить, обменивать потом на биткоин или интериум. А потом через биржу, как бы они поддерживают и биржу, как бы я читала информацию. А потом через биржу уже в чем хотите, в долларах, в рублях, как бы переводить фиатные деньги. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, пользуйтесь краном. Ну, неинтересно, проходим мимо, друзья. Я люблю такие всякие монетки. Конечно, я буду работать на этом кране. И тем более кран... Уже администрация доказала, что они платят. Так как у меня несколько кранов таких сайтов. Я и Доги, и Бат, и еще не помню, что-то я там собираю. Забыла название монетки. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.